Жанвив, рад снова видеть вас в студии телерадиокомпании «Гомель». Итак, новая редакция закона о вынужденной миграции. Какую оценку можете отдать обновленному документу? Добрый день. Спасибо, что еще раз пригласили к вам в студию. Я снова рад быть в Гомеле. Действительно, новый закон в сфере вынужденной миграции – это важный шаг в направлении защиты беженцев, эффективной защиты беженцев. Что касается важных нововведений, то прежде всего оно касается предоставления плановой медицинской помощи лицам из стран Содружества независимых государств, которым была предоставлена дополнительная защита в Беларусь. Ранее в связи с противоречием между белорусским законодательством и одним международным соглашением, покрывающих страны СНГ, выходцы из стран СНГ, прежде всего в белорусском контексте, это граждане Украины, могли получать только экстренную медицинскую помощь бесплатно, за исключением детей. Теперь же, благодаря усилиям и правительства, и нашего вовлеченности в этот процесс, это противоречие удалось устранить, и в настоящий момент, с вступлением в силу нового закона, все категории подопечных будут получать полноценную медицинскую помощь, экстренную и плановую. И все-таки я надеюсь, что оптимизация процедур именно к этому привел в том числе новый закон, не скажется на снижении контроля за миграционными процессами. Ведь все-таки безопасность по-прежнему должна оставаться на первом месте. Я бы сказал, что никакой угрозы вопросам, связанным с безопасностью нововведения в законодательстве в сфере вынужденной миграции не несет. Потому что для того, чтобы определить, является ли данный человек беженцем или нет, существуют достаточно четкие критерии. Человека должна быть обоснованное опасение подвергнуться преследованию. Есть другие критерии, которые сверяются для того, чтобы сделать окончательный вывод, беженец человек или нет. Соответственно, я уверен в том, что государственные органы, занимающиеся вопросами вынужденной миграции, должным образом, несмотря на упрощение процедуры, будут рассматривать дела, тем более, что все заявления рассматриваются в индивидуальном порядке. Жанвив, вы далеко не первый раз в Гомельской области, достаточно часто посещаете наш регион. Какую оценку могли бы дать деятельности службы организации по работе с беженцами и переселенцами? Могу сказать, что мы удовлетворены, во-первых, тем уровнем сотрудничества, которое у нас есть с нашими партнерами, и высоко оцениваем тот вклад, который они делают в дело оказания помощи вынужденным мигрантам как по республике, так и в Гомельской области. В этой связи хотелось бы отдельно отметить успешный проект, который был связан с переселением 3 семей сирийских беженцев в Беларусь. Прежде всего, хочу выразить благодарность Гомельской области, которая приняла непосредственно эти семьи. Они были переселены в 2015 году, и уже сейчас, спустя 2 года, можно сказать, что они эффективно интегрировались в белорусское общество. Все они трудоустроены. Один глава семьи является поваром, второй фармацевтом, третий занимается различной предпринимательской деятельностью, связанной с торговлей. Все у них движется в нужном направлении. Хочу также заметить, что с начала 2017 года наблюдается уменьшение количества иностранцев, которые обращаются с предоставлением защиты в Беларуси. Прежде всего, это связано с уменьшением количества граждан Украины, которые обращаются за предоставлением статуса беженца или дополнительной защиты. Для меня это означает то, что хотя и конфликт сам по себе не разрешен, тем не менее, он не находится в такой фазе, что заставляет большое количество украинцев покидать территорию своей страны, родины и искать убежище за рубежом, в том числе и Беларуси. Одновременно меньше обращается и выходцев из таких стран, как Сирия и Йемен. То есть можно говорить о том, что к концу года общее количество новых заявителей в Беларуси также уменьшится. Лица без гражданства, какие планы по работе с этой категорией граждан? Вообще, насколько она является проблемной, в том числе для Гомельской области? Вы, возможно, знаете, что с конца 2014 года наша организация запустила 10-летнюю кампанию, направленную на устранение без гражданства и предотвращение возникновения новых случаев без гражданства. В этой связи это еще один из важных направлений деятельности УВКБ ООН в Беларуси. Прежде всего потому, что Беларусь как государство пока что не присоединилась к 2 важным международным договорам в этой области. Конвенция 54 года о правовом статусе апатридов и конвенция 1961 года о сокращении безгражданства. Мы работаем в настоящий момент вместе с властями для того, чтобы это присоединение состоялось. И вследствие этого, в рамках следующего моей поездки в Гомельскую область, мы хотели чуть больше акцент сделать именно на лиц без гражданства. Поскольку в настоящий момент в Гомельской области зарегистрировано порядка 740 лиц без гражданства, мы бы хотели с ними встретиться, услышать их истории, те вопросы, проблемы,
которые у них могут быть, с трудностями, с которыми они сталкиваются, ну и в целом стать ближе к этой проблеме не только с точки зрения сотрудничества с властями, но и взаимодействия с самими людьми. Жан-Ив, спасибо за интервью. До новых встреч в Гомеле. Thank you for interview. Till next time in Gomel.